С сегодняшнего дня в Казахстане снижены штрафы по 40 административным правонарушениям. Закон о внесении изменений в кодекс был подписан президентом еще в декабре. Такими послабляющими мерами правоохранители надеются значительно увеличить взыскаемость административных штрафов и, следовательно, пополнить государственный бюджет. Об изменениях узнавала Ирина Вовищевич. Штрафы с сегодняшнего дня стали меньше, а значит, платить их станут больше. Напомним, что 28 декабря 2017 года главой государства подписан закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Обо всех изменениях в нем, а это 40 пунктов, рассказали в ДВД Карагандинской области. К примеру, за парковку в месте призыва для людей с ограниченными возможностями, вы помните все, знак «инвалид», и сколько был штраф? 90 тысяч практически штраф, это 50 МРП, то на сегодняшний день в 5 раз штраф уменьшен. В принципе, логично, потому что сколько вопросов задавалось, как бы вроде бы правонарушение недостаточно большое, а штраф такой огромный. Превышение скорости тоже всем известно, вот 4 части данной статьи, по первым двум статьям в 2 раза уменьшено, а по остальным на 10 МРП. Огромные штрафы были непосильны большинству водителей, отсюда и уклонение от их уплаты. Всего около 60% составляла взыскаемость по штрафам в нашей области с учетом прошлых лет. Со снижением штрафов, надеются правоохранители, люди будут больше оплачивать. Изменены сроки лишения права управления транспортными средствами по 5 составам. К примеру, все вы знаете встречное движение, да, по старинке. Было лишение год, сейчас уже у нас полгода, то есть в 2 раза. Неподчинение требованиям сотрудников, то же самое было. Лишение полгода, сейчас штраф 30 МРП. То есть практически законодатель в 2 раза тоже уменьшил штрафные санкции. По 4 статьям введены альтернативные виды наказаний и предупреждений. Это касается приставаний в общественных местах, езда без включенных внешних световых приборов, непринятие принимающим лицом мер по своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства, выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора. Но не только послабления появились в кодексе, но и ужесточение. По делам административных правонарушений в качестве меры одной из взысканий ведет административный арест. Ну, вы все знаете, у нас было 3 часа, все это наизусть знали. Теперь до 24 часов сотрудник органов внутренних дел имеет право задерживать. В принципе, этот вопрос мы тоже уже на протяжении 3 лет будировали перед министерством. Вопрос поддержан законодателем. В принципе, для нас оно большой плюс играет. К примеру, семейный дебошир за 24 часа успеет прийти в себя. Агрессия снижается, в результате сможет правильно отдать оценку своим действиям. В течение 3 часов это сделать невозможно. Расширен институт сокращенного производства в новых поправках. Так, в течение 7 дней можно платить половину суммы штрафа практически по всем видам статей. Теперь сокращенное производство также применено в таких ситуациях, когда санкция правонарушения имеет альтернативные виды наказания в виде предупреждения и штрафов. Раньше этот вопрос не стоял. То есть альтернатива, все, мы не применяли сокращенку, то есть стандарт, штраф дали, соответственно, штрафы будете платить. То есть сейчас уже все, 50% в принципе граждане могут платить. Следующее, это совершение правонарушений несовершеннолетними. То же самое, дали добро законодатель. В отношении юридических лиц. И также по правонарушениям зафиксирован специальными техническими средствами, работающих в автоматическом режиме. То есть, если превышение скорости зафиксировал скоростимер, и вы спустя время узнаете об этом из пришедшего уведомления, то дата письма счастья и будет началом того самого 7-дневного срока, когда можно оплатить только половину суммы. Еще по целому ряду правонарушений произошло послабление для водителей. Но не забыли и о пешеходах. Штраф снизили для любителей переходить не по правилам, с 5 МРП до 2. Ирина Вовищевич, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5 канал.